готовится. 2800 год до нашей эры. В долине реки Инд были обнаружены первые пуговицы. Изначально использовавшиеся как украшения, пуговицы распространились в качестве застежки на одежде во всех частях света. Изобретение пуговиц придало одежде ее современный вид, а также оставило след в культурах многих народов мира. Монета. 685 год. Thank you.